Готовим сырные корзинки, которые украсят любой праздничный стол. Достаем тарелку из микроволновой печи, кладем на нее пергаментную бумагу. На нее выкладываем буквально 2 столовые ложки тертого пармезана, формируем из него кружочек и ставим в микроволновую печь на 1 минуту на 600 ватт. Сыр равномерно расплавился, кладем его вместе с пергаментом на перевернутый стакан. Сверху еще один пергамент и еще один стакан. Через минуту корзинка готова. Для начинки я измельчу авокадо, солю его, перчу, сбрызгиваю лимонным соком. Дальше мелко порезанный красный лук. Конечно, можно без него, не все его любят. Мелко нарезаю паприку и помидорки черри. Все перемешиваю, пробую еще раз на соль и наполняю корзинки. Сверху можно украсить креветкой. Начинка может быть абсолютно любая. Очень хорошо подходит начинка с печенью трески и яйцом. Ссылку, как приготовить сырные корзинки на сковородке с печенью трески, я дам в описании. Также в корзинке можно положить любой